Филипп Киркоров плюнул в лицо когда-то любившей его Али Пугачевой и поглумился над ее с Галкиным жизнью. «Зачем королю замок, когда он и так король?» – заявил Филипп и приготовился завязать с карьерой. Филипп Киркоров всегда славился огромной самоуверенностью. В Инстаграм поклонники поинтересовались у певца, где он живет, не в замке ли случайно. На что Филипп незамедлительно заявил: «Замок, замок, у меня замок внутри. Зачем королю замок, когда он и так король?» Таким образом, Киркоров поглумился над Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, ведь супруги живут в шестиэтажном замке, который расположен на территории площади Гектар. Получается, чувств к Алле больше нет, раз Филипп задорно готов насмехаться над этой темой. Развод с Пугачевой много лет назад стал для Киркорова настоящим ударом. Артист не раз признавался, что испытывает к Примадонне трепетные чувства. Теперь, как можно заметить, все позади. Поп-король с удовольствием сидит на карантине, ведь для него это долгожданный отдых. Филипп признался, что даже начал готовить своим детям, хотя ранее на это не хватало времени. Киркоров даже признался, что мечтает создать собственный театр. «Не хочу больше быть певцом, хочу быть актером», – заявил Филипп. Получается, после вынужденного карантина и переноса концертов на полгода, Киркоров может не вернуться на сцену, углубившись в смену профессии.